Итак, как же сбросить смартфон Honor? Ну, на самом деле вариант только один, и в этом случае вам потребуется знать пароль от вашего Google аккаунта, который установлен на вашем смартфоне. Если он не установлен, что, конечно, вряд ли, то не нужно знать. И если установлен, то обязательно его запомните. Итак, сброс происходит довольно простым способом. Для начала мы выключаем полностью смартфон. Выключение. Как только он выключился, далее зажимаем клавишу питания и громкости вверх одновременно и удерживаем. Это нужно для того, чтобы запустить меню рекавери. Там и происходит сброс смартфона в случае, если, к примеру, он у вас завис. Или же, если вы не помните графический ключ или пароль. Зачастую именно поэтому это и нужно. То есть вы забыли пароль, там неважно какой у вас, цифровой, четырехзначный или буквенный, возможно, графический ключ, и вы не можете сбросить его через настройки. Но для этого вам и потребуется знать, как войти в рекавери смартфона. Вот мы вошли. Здесь навигация осуществляется кнопками клавиши громкости вверх-вниз, а выбор питания. Вам нужно найти пункт Wipe Data. Нажимаем на него. И еще раз Wipe Data, подтверждаем, нажимаем. Тогда смартфон перезагрузится, полностью обновится и будет как новенький. Ну, как будто его достали его с коробки. Но, скорее всего, вероятность 99,9% у вас попросят безопасность Гугла ввести еще раз пароль от аккаунта, который здесь стоял до сброса. Именно поэтому я просил вас его помнить перед сбросом самого смартфона. Вот, в принципе, и все. Так забрасывается Honor. Если инструкция была для вас полезна, не забываем ставить лайк, подписываться на канал и писать комментарии, потому что, ну, это надо. Все, пока.